Здравствуйте, с вами Светлана. И я вас всех поздравляю с весной. Уже март, и я объявляла, что конкурс-розыгрыш будет длиться до 6 марта. И сегодня 6 марта. Сегодня мы узнаем, кто будет победителем вот такой замечательной алмазной картины. Эту картину вы уже знаете. Ее нужно будет делать самой, выкладывать. Это настолько творчески и захватывающе. И получится очень шикарная картина. Она уже на подрамнике. Кто победит, я не знаю. Я предоставлю слово Александру, и он вместе с программой выберет победителя. Даже не так Александр, как программа, найдет среди участников того, чья судьба выкладывать эту картину. Здравствуйте. Мне сегодня посчастливилось выбрать победителя с помощью программы Лизонейр. Приз замечательный, и я надеюсь, вам понравится. Ну, как всегда, сначала надо скопировать ссылочку на то видео, где мы разыгрывали приз, и вставить его, эту ссылочку, в программу. Ну, а теперь нажимаем на кнопочку «Мне повезет» и... Ура! У нас есть победитель. И победитель Виктория. Передаю слово Светлане. Шикарные ромашки прям. Итак, девочки, победитель у нас Виктория. Виктория, я вас поздравляю. Вот я как творческий человек, не по профессии творческий, а творческий по душе. Я просто очень рада за каждого зрителя, кто участвует и кто побеждает. Победила Виктория. Виктория, от вас полный адрес, индекс, фамилия, имя, отчество и обязательно для почты телефон. Я вас от души, от всей души поздравляю. Ну а те зрители, участники, кто, подписчики, кто не победил, вы, пожалуйста, не грустите, так как у меня будут выходить конкурсы каждый месяц. И в следующий раз я объявлю, какой конкурс, что будет призом, и обязательно участвуйте. Мне очень приятно делать подарки, так же, как я очень люблю получать подарки. И впереди 8 марта я очень жду подарок от близких своих людей. Также мне очень приятно дарить подарки друзьям, подругам. И вы у меня участники, зрители, подписчики. Вы мои подруги и друзья. Поэтому от всей души я поздравляю победителя. А кто не победитель, ждем в следующем месяце объявления нового конкурса и нового приза. Пока-пока. С вами была Светлана. В отделе сумок и косметичек у нас новинки. За 99 рублей косметичка синяя и в тон к ней замок-молния. Замок-молния работает хорошо. Давайте посмотрим, что внутри. Внутри даже она с подкладкой. Подкладка черная. Какие цвета у нас есть? А цвета у нас есть, сейчас я повешу, посмотрим, синие, пудра-пудра розовые. Вот такой даже клатч нам привезли. Клатчи. Клатчи у нас за 199 рублей. Это клатч-сумка. Тонкий ремешок. Карабинчики. Два отделения. И... кнопка. А цвета у нас цвета, ну что-то такое, даже не могу сказать, коричневый, наверное, да, серый и красный.
Качество неплохое. Но больше мне вот такой темный понравился. И также косметички в новинке у нас. Сумка-косметичка имеет две ручки. Сиреневый цвет. Цена 199 на замке. Замок в тон сумки. Если сиреневая сумка, то и сиреневый молния. Замок, вот знаете, как-то не очень работает хорошо. Может быть, потому что новый, не разработанный. Так, фирма у нас. Имеет небольшой запах. Цвет сиреневый, черно-серый и очень-очень приятный вот такой вот голубой. А также есть для любителей светлых тонов белые. Недочет только запах, но запах может выветриться. Смотрится очень даже неплохо. Держит форму. За 99 косметичка из текстиля. Материал белый, простроченный. К белому материалу, белой косметичке, черный замок. А внутри подклады нет. Но замок работает хорошо и такая вот интересная форма. Также пришли косметички у нас в новинке, которые тоже держат форму. Косметички сами большие. 99 рублей. Здесь молния в цвет косметички, и она имеет две ручки. Как-то было так расправить. Они висят сложенные. Вот, уже видно, что за косметичка. И цвета у нас. Цвета тоже приятные. Бордовые с рисунком. Черные с рисунком. И коричневые в полосочку. Черные косметички. Цена у них 199, если я не ошибаюсь. Почему-то дороговато. Да, здесь косметичка и кошелечек. Черный цвет косметичка, под серебро кошелечек. 199. Замок работает хорошо. В отделе красоты накидка для стрижки и окрашивания волос. Цвет черный и белый с рисунком. Цена здесь не указана, зато указан размер 140 на 120. Нашла я цену 50 рублей, это совсем недорого и удобно. А также для стрижки есть опрыскиватель для волос. Цвет металлик и вот такой вот сиреневый, очень приятный, красивый, легкий, за 77 рублей. Также привезли новенькие обложки для паспорта, рисунки различные, цвета различные, а также и на права тоже есть вот такие вот. Кому нужно, подходите, смотрите, их очень много. Для окрашивания набор, для окрашивания волос набор, емкость для краски и две кисти. Цвета различные. Есть вот такой сиреневый приятный. Здесь две кисти, а также черный и белый, белый прозрачный. Все приятные цвета. Каждый в индивидуальной упаковочке. Расчески привезли нам. Расчески, я не помню, показывала или нет, но расчесочки у нас гребень, расческа. За 99 расческа. Ручка, дерево. И замечательная расческа за 99. Мне она очень понравилась. Беру постоянно. Вот такая вот расческа. Ее можно чистить, мыть. Она очень удобная, расчесывает, не травмируя волос. Сиреневый, розовый и белый цвет. Замечательные расчески. Я вам советую.
привезли нам новиночку. Это футляр для хранения спонжа. Цена 77 рублей. Каждый футляр в индивидуальной упаковке. У нас два цвета. Белый с серебром и черный с розовым золотом. Для девушек, для женщин, кто пользуется именно спонжами, это замечательно. Вы вымыли, сюда поместили, и выход из положения, чтобы не покрывался спонж ваш пылью, потому что пыль все равно везде, и переносить, переезжать. Очень удобный футляр. Футляр для губных помад, для спонжей, для кистей. Это просто находка. Но в фикс-прайсе пока для хранения спонжа. Замечательная вещь. Я вам советую. Всего лишь 77 рублей. Спонж для умывания за 77 рублей. В индивидуальной упаковочке. С обратной стороны нам все показано, как пользоваться. Очень удобно. Если мы пользуемся спонжами такими, мы ороговевшие частички смываем, счищаем. Для лица это супер. Хочу вам показать вот эту вот новинку. Она выполнена в виде слезки. Мятный цвет. У нас только в мятном. А, нет, нашла я еще. В мятном слезкой форма. И прямоугольный нежно-нежно-розовый. По площади прямоугольная, с закругленными краями больше. Но кому как, кому удобно побольше, кому удобно поменьше. Главное, чтобы было удобно. А также привезли вот такие вот спонж для умывания за 55. С обратной стороны есть полосочка, в которую мы помещаем руку и моем лицо, шею и зону декольта. Очень удобно. Розовый и голубой цвет. И привезли, посмотрите, какая красота. Это маска для глаз за 99 рублей. Каждая маска в индивидуальной упаковке. С обратной стороны все написано и рассказано, как ей пользоваться. У кого устают глаза, допустим, много находится за рабочим местом, у ноутбука, у телефона, или просто много читают, замечательная вещь.